Совсем скоро будет написана бразильская история соревнований, в том числе усилиями представителей нашего города. На днях Президиум Федерации грибного спорта России утвердил состав национальной команды. В Рио-де-Жанейро отправятся 36 человек. В частности, в мужской четверке парной на старт выйдет Владислав Рябцев. В паузе между соревнованиями и сборами петербургский спортсмен рассказал нашему телеканалу о подготовке к играм, пояснил, зачем грибцам две одинаковые лодки и поделился личной радостью. Без труда не выловишь рыбку из пруда, это однозначно. И в она как и в жизни подходит, так и в спорте. Без этого никак, нужно работать. На халяву не будет ничего. В основном мы живем на сборах. Мы всего, к примеру, 3 месяца на сборе, неделя дома. И поэтому мы, в принципе, мы живем вместе, можно сказать. Больше, чем со своими семьями. 22 февраля вот, родилась дочка. И меня отпустили даже со сбора пораньше, и с женой мы вместе рожали, вот, Валерия назвали. Все хорошо, вот сейчас приехал, выросла. Но это какие-то невероятные ощущения. Вроде и не было никого, а тут раз, и как бы вот оно уже, она лежит, такая, улыбается. Мы планомерно готовились к отбору на Олимпийские игры. Так как мы не отобрались на Олимпийские игры в прошлом году, вот, мы попросились к английскому тренеру, который тренировал как бы половину нашей сборной. Вот, он нас взял и он разбил ту команду, как бы устроил новый отбор. Вот, двое человек, я и Сергей Федоровцев, остались, как бы, и еще двое, ну, поменялось. Если ты сильный, то в любую погоду, на любой лодке, на любых веслах ты, в принципе, можешь выиграть. И даже не беспокоиться. Итальянская лодка, заказали специально для нас, она очень хорошая. Вот, английский тренер также вот ее заказал, Майк Спраклин, вот, договорился там, и там даже на нее особые наклейки нам на лодке сделали. Вот, там бело-синие такие шашечки, ну как флаг. Она уже все прямо из Швейцарии поехала в Рио, а нам также тоже такую же лодку еще купили, вот, чтобы мы, как бы, не было такого момента привыкания к разным лодкам. Все-таки 4 года много прошло, у нас так вообще там 4 тренера поменялось. То есть, как бы это, конечно, это плохо, но от каждого тренера мы все равно что-то взяли. Тогда я, в принципе, не переживал, я просто греб и греб, что говорили, то и делал. Вот, и, ну, Олимпийские игры, поехал. Вот. Единственное, конечно, когда уже тогда была тоже очень хорошая скорость, вот, и почему-то, по каким-то причинам, мы, конечно, хуже выступили, чем я ожидал, ну, расстроились, вот, все, ну, отошли, вот сейчас мы сильнее, в общем, чем тогда, это однозначно.